Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды дракономании. Используйте дракона-дубиночку в бою и получите специальную награду. Но это для того, для тех, у кого он есть, либо кто успел его вывести. Именно эта акция длится столько же, сколько и его выведение. То есть, кому повезло, тот может поучаствовать. Вот так вот. Вот это наша акция. Но у нас дубиночки пока что нет. Ну, а кто хотел его вывести, это мед плюс лава. Я об этом писал на ютубчике, на вкладке сообщества. Так что, ребятки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, и на вкладочке сообщества я там часто пишу. Каждый день пишу, чего-нибудь пишу. Так, давайте сейчас мы как-то отдалимся. Все, дальше не хотим. Так, у нас сегодня будет новый дракончик на прокачке. То есть я его получил за третье место в акции, которая у нас проходила. Так, это у нас такой эпический орленок. Орленок под названием Хищник. Давайте его разместим. Вот такой вот у нас. Не понял. У него он шикарный. Это классный эпик. 74 сила атаки. В базе. Я ему, кстати, надо будет пробудить ему все стихии, чисто ради по приколу посмотреть. Интересный. А у тигра сколько? Тоже, по-моему, 74 было. Интересно. Давайте мы сейчас перейдем. Что я хочу сейчас сделать? Давайте сейчас найду тигра. Найду тигра. У меня, то есть, их несколько тигров. Найду тигра своего слабенького. Так, где он где-то вот здесь должен быть. Так, давайте тут будем собирать золотишко, чтобы нам было проще разглядеть нашего тигра. Так, у нас их здесь два должно быть. Так, вот это какого уровня тигр? Это 40-й, это вкачанный тигр. А вот не вкачанный. То есть не вкачанный у нас 17 уровня. У него стихии не пробуждены. Так, и он имеет 1286. То есть мы качнем сейчас нашу птичку на 17 уровень, и я сразу это проверю. Кстати, давайте проверим задание, и может у нас есть какое-то задание. У нас идет, ребятки, сейчас битва. Есть ли у нас задание по кормлению драконов? Вот, да, есть задание покормить драконов. Отлично. Так. Туда мы сейчас вернемся после того, как накормим нашу птичку. Орлы – гордые птицы, которые могут охотиться на довольно крупную добычу. Больше себя. Задание клана выполнено, и на 17-й нам нужно. Так, главное не перекормить, там еды нам хватит. 16-й и вот 17-й уровень. Смотрим. 1375. Он мощнее, чем тигр. У тигра, наверное, 71 или 72 было. Ничего себе. То есть это и стихии у него шикарные. Свет, тень. Короче, вообще хороший эпик. Хороший эпик. Мне нравится. Ну, то есть если бы мне нужно было создавать новую команду, то я бы его взял себе в команду. Кстати, да, я смотрел там, что Reds, там какие-то у него проблемы были со своим сейвами на андроиде, то есть он получается потерял весь свой прогресс, то есть он вот, да, начал игру заново. Давайте ему передадим привет. Привет от Linka Game, напишем ему, пожелаем ему удачи, потому что да, он начал с самого начала. Вот такие вот дела. Ну что, интересно. Интересненький дракончик, да. Ну, как-то не хочется мне назвать его дракончиком. Интересная птичка. Но у него и крыльев нет дополнительных. Вот эти ластыки, это странно. Я бы хотел, чтобы драконы ходили на четырех ногах, а не ползали, как тюлени на четырех. Вот так вот как-то. Так, давайте. Нужен 20 уровень, да? Давайте на 20 его карманем, так, чтобы пробудить стихию, да? Ну, по-моему, 20 нужен. А, подождите, это же не легендарно, здесь не нужно пробуждать стихии. Что-то такой. Но удары у нас эти заблокированы, просто он не заколдован. Давайте его сразу колданем на один уровень.
То есть он мне просто понравился. То есть эти мелочь вообще мне как бы не жалко. Даже вот так сделаем. Так, ну вот на максимально пока что качать не хочу. Пока что не хочу, потому что это... И давайте посмотрим, что у меня здесь вообще по осколочкам. О, во, осколочки. А, ну, таких у меня довольно много осколков, да? Но все равно из 1500 обычных я не сделаю 44 великолепных. Так что дальше мы его качать не будем. Давайте сейчас посмотрим на его показатели. У нас было... О, у него показатель сила увеличилась вдвое, ребята. Вдвое. 3 звезды дают нам 6 уровней, да? Но у нас было 3 с копейками, стало 7. Так. Так. Ну, ни веревка, ни цепь, ни сеть не удержат дракона-хищника. Нужно предупредить об этом викингов, пока он не показал им фейерверки. Вот такой вот у нас дракон. Жаль, что вот, ну, нельзя никуда пойти им посражаться. Кстати, ой, я здесь забыл посражаться. Один день остался найти соперника. Давайте, может, мы здесь его хотя бы сможем опробовать. 20-й. Да, думаю, сможем. Давайте сделаем вызов вот так вот. И его поставим первым. Так, он мне... Подождите, у меня с какого уровня сейчас? 20-й, вот так вот. Давайте, нападем, ну, посмотрим на него хотя бы, как он там, да чё он там. Вот такой вот у нас дракончик. Он пережил первую атаку, вот, его была главная задача. Ну, давайте еще тогда здесь сделаем парочку... 27-е, 20... Вот этого давайте возьмем. Вот такой вот у нас прикольный дракончик. Давайте сейчас светом, что ли, всех поджарим. Ну да, все стихии не прокачаны. Ну, я прокачаю ему немножко стихии. Сейчас его в академию отправим. Ну, просто так, на всякий случай. Будет лишняя еда, может, его немножко подкормлю. Так, и еще энергетический удар мы с вами не пробовали. Так, вообще слабенько. Слабенько как это зашел. Ура! У нас полоса побед. Ну, и еще у нас остается один бой. То есть мы точно сейчас займем нужное нам место. А, не заколдованные. Да, по барабану. Они заколдованные. Так, ну, мне нравятся удары тенью. Вообще не страшно. Архангелу. Архангел, кстати, очень классно нарисован. Такой блестящий, прям такой 3D весь. И щит на груди у нашего орла. Так, ну вот хоть как-то так. Жаль, что нету здесь, опять же, сражений PvP, как я и говорил. Как в Jurassic World The Game. Там очень хорошо сделано PvP. Берешь любого дракона, он как бы... И противник тебе адаптивно подбирается. То есть это вот правильно, что есть такие вот возможности сражаться любимыми драконами. Так, я делаю апельсин плюс ветер. Это я пытаюсь вывести все нашего... легендарного пламенная звезда, тоже очень сильный дракон по дэмиджу. Вот так вот так. Тихо. Отлично, теперь давайте заглянем код дружбы, ребята. Показываю свой код дружбы. 5B0F59. Кстати, надо Редса добавить в друзья. Так. Идем. Это мы задание выполнили. Так, давайте еще сейчас повыполняем парочку заданий. По-быстренькому, легеньких таких. И пойдем сражаться. Так, это мы выполнили. Это нам не интересно. Погладить, да, пойдем. Кстати, давайте в подземелье сходим сначала. В подземелье, потому что я 3 боя прошел. Нам осталось пройти всего лишь 3. И мы получим...
Так, у меня здесь один получается дракончик сильный. Надеюсь, он справится. Так, что это было? Он передумал нас атаковать? Вы видели? Он вроде как проатаковал, но атаки не последовало. Неплохо справился тигр. Свое дело сделал. Этот сам умер. Забавно получилось. И тигр у нас снова добивает. Неплохо. Даже один факелочек у нас тут тащит. Первый щит на себя, чтобы рысь выдержала. Это дает бессмертие на один ход, такой, так сказать, ледяной камень, да, называется удар. Остальным он дает щит, а себе еще дает щит и плюс бессмертие на один ход. И это дает возможность рыси сделать еще бессмертие на факела. Ну и еще раз наложить щит, продлить щит, так сказать, на один ход. Шипик. Дракон шипы. Вообще не почувствовал этого удара. Так, нянечка нас проатакует, а вот верхний дракон думал, что не успеет. Так, что ты тут у нас жизнь воруешь? Мы сейчас тебе выжжем нашу жизнь из тебя. Так, и финальный бой. Давайте огнем их поджарим. Вот это такой странный эффект. Вроде как дракон выжил, но когда у него было мало здоровья, он взял и сам умер. Хотя вроде как выжил. Давайте на тигра. Так, один у нас тут козлик, к сожалению. Ух ты, а у него 4 лапы, да, но нет крыльев. Вот мне такие драконы больше нравятся, то есть у которых есть 4 лапы и 2 крыла. Кстати, вы знали, что у Властелина колец у дракона Смауга было всего лишь 2 лапы? Ему как бы убрали 2 передних лапы, и он ходил на крыльях. Хотя изначально он там должен был быть на 4 лапах. Ну, точнее, его первый дракон, прародитель, который создал Саурон, по-моему, да, или кто, или его начальник создал, да, он был на 4 лапах и не имел крыльев. И, кстати, Смауг это не самый большой дракон. Самый дракон там как-то на букву А, по-моему, назывался. Из вселенной Властелин колец. Так, ну давайте откроем левый. 3 алмазика, шикарный приз. Так, а сколько у нас очочков? 19 тысяч, но, к сожалению, мало. Для зомбика нам нужно 27 еще. 27, так... Это мы задание выполнили. Так, нет. Так, стоять. А мы тут тоже что-то, наверное, выполнили. Готово, готово. Дали нам немножко еды и еще готово. Отлично. Так, что у нас тут в клане? Вот так, это нам не надо. Давайте вот последнее заданечко выполним. Ух ты, сирюкенчик. Так. Чужой. Но мне его все время хочется назвать каким-то инопланетянам, либо глазом. Так, прикольный астронавт. Так, Дракула. Я высосу, сделаю маленькую дырочку, высосу всю кровь. Всю до капельки. Так, дракончик фараон, отлично. Дракон туман. Так, сколько у нас вообще видов здесь драконов есть? Есть на 4 лапках. Есть на лапках типа тюленя, есть на 2 лапках и есть типа без лапок а-ля змеи, получается. Так, вот у нас типа змей. Вот такой вот тип драконов, да. Вот этот на 2 лапках. Этот на 4 лапках, нормальных лапках. Так, а вот этот такой вот у нас а-ля тюлень. То есть, вроде как все, да, других разновидностей у нас нет. А, ну есть еще на 4 лапах без крыльев. Есть с крыльями, есть без крыльев. Вот так, да?
Так. Я тут смотрю, просто приглядываюсь. Ну и есть еще типа летающие. Летающие дракончики. А есть не летающие, да? Вот на четырех лапах с крыльями, но он не летает. А вот ведьма на четырех лапах и летает. Вот так вот. Такие вот у нас есть разновидности. Отлично. Да, ладно, давайте еще это тогда выполним. У нас, думаю, еда нас ждет. Готово. Ну, это мы уж как-нибудь в следующий раз. Давайте пойдем в осаду. О, так, мы штурманули последнюю башеньку. За каждую башню нам дают такой набор. Так, мы тут приближаемся. Так, а как этого дракона зовут? Какое-то пламя, да? Так, ну давайте штурманем. Ну, я атакую обычно на 80. Ну, две штуки, критический урон. Это было круто. Так. И давайте ставим наше задание. Кто-то там просил у нас помощи. Конечно же, помогаем, ребятки. Вот так вот. На этом я эту серию заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч, ребятки. Всем пока.